Всем привет! В этом видео посмотрим, как идут игры на планшете Nokia T20. Первая игра PUBG Mobile. Так, графика на вот таком вот уровне. Неплохой уровень в PUBG Mobile. Неплохо работает. В общем, прилично. Можно нормально поиграть в PUBG Mobile на хороших настройках. Хорошо, закрываем, переходим к следующей игре. Так, следующая игра Minecraft. Смотрим, как работает. Все отлично, плавно работает. Тут максимальная прорисовка в 10 стоит. И все, полный порядок. Майнкрафт работает отлично. Хорошо, переходим к следующей игре. Так, и третья игра. Real Racing. Отлично работает. В общем, с игрушками на этом устройстве, при том, что недорогой планшет, относительно недорогой, вот, с очень хорошим экраном, игрушки на нем работают очень-очень прилично. То есть все запустились, все работают на неплохом уровне. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!